Консьержка Виталия Козловского редко ездит на дачу. Хотя Виталий и платит по 100 гривен за каждую непрошедшую фанатку, на Кипр ей летать все-таки дорого. Стоять! Куда? Здрасте. А я это... 118-ю к подружке. А с каких это пор генерал-майор у нас подружкой стал, а? Ну, я вам скажу честно, да, я пришла к Виталику Козловскому, но я хочу его очень сильно увидеть, мне нужно. За честность плюсик, только все равно нельзя, иди на выход. Ну почему? Ну я всего лишь хочу взять у него автограф, и все. Скажи мне, вот ношу тебе тот автограф? Как это ношу? На память. Вы только подумайте, эту бумажку в руках держал сам Виталик Козловский. Бумажку? Отож, мелко плаваешь бумажку. Смотри, что у меня тут есть. Котлы, часы. Сам Виталик на руке своей носил. Ничего себе. Вот ничего себе. Расческа. Бороду себе расчесывал. 500. Отдаю. Ого! 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 Мне только 100 гривен. 100 гривен у нее. Что ж тебе тут предложить? О! Галстучек. Могу предложить галстучек. А он точно Козловского? Да точно! У клипе только любой. Ты вспомни. Носил. И вот написано Козловский. Класс! Вот я ж... Спасибо вам большое. Там на здоровье. Так. Алло, Виталичек. Слушай, я тут еще одну отшила фанатку. Ты мне уже 20 тысяч задолжал, ага. Когда отдашь, аж в сентябре? Ну, я, конечно, как-то протяну. Это самое, хотела спросить. А нашли тех, то, что у тебя ограбили? Не? Хорошо. В смысле, плохо, да, да. Ну, хорошо тогда, ага, пока. Угу. Так, до сентября я как-то... протяну. А потом, Виталичек, жди новых гостей.